Здравствуйте, мои дорогие друзья, и сегодня с вами я, Лёва Иванов, и мой канал. И сегодня моя техническая страничка и рассказ о стабилизаторе тока релейного типа Ресанта. Вот он перед вами, вот этот вот выпрямитель, который у меня работает уже долгое время и тянет два двухкамерных холодильника. Ресанта это на 1,5 киловатта. Что она тянет? Она тянет вот этот вот двухкамерный холодильник Индезит. Вот он перед вами. И тянет вот этот вот двухкамерный холодильник Атлант. Вот он реально работает от этих двух. Два холодильника работают вот от этого одного маленького стабилизатора. Плюсом к нему подключена еще вот эта вот стиральная машинка на 4,5 килограмма. Что я хочу сказать? Он тянет все эти три компонента: холодильник, стиралку и, вернее, два холодильника и стиралку тянет эта Ресанта релейного типа на 1,5 киловатта. Совершенно спокойно. Вот, мощность его 1,5 киловатта. Вот такого типа. Что я хочу сказать об этом выпрямителе релейного типа, стабилизаторе напряжения тока? Он меня ни разу не подвел. Хорошо работает. Нет мне никаких проблем. У нас очень низкое напряжение. Особенно в зимнее время, когда включают люди обогреватели. И вот этот вот стабилизатор релейного типа Ресанта нас спасает. Но это еще, мои дорогие друзья, не китайский Ресанта, а это Ресанта настоящий. То есть он куплен 10 лет назад и выполнен на фирменном заводе в Прибалтике. Вот так вот, мои дорогие друзья. Что хочется сказать, реально работает, но есть у меня еще современная уже Ресанта китайского типа. Вот она здесь стоит. Стоит этот Ресанта на ресивере для телевизора и самого телевизора. Он уже, мои дорогие друзья, на 2 киловатта. Вот здесь написано 2 киловатта. Вот так вот, мои дорогие друзья. Но он реально тянет только два холодильника, а стиралку уже отказывается тянуть. Вот так вот. 2 киловатта хорошо тянет только два холодильника, а стиральную машинку отказывается. И она фактически, не фактически, а постоянно отключается он. Выбивает биметаллический предохранитель, который находится вот в этом стабилизаторе. Ну вот, он, конечно же, более модного исполнения. Можно на полу его использовать, можно закрепить на стену. Но вот 2 киловатта, производство Китай, он уже стиральную машинку не тянет. То есть мощность больше. Вот. А по факту, то, что выдает вот фирменный стабилизатор Ресанта, который был куплен мной 10 лет назад, большая разница. Вот так вот, мои дорогие друзья. Конечно же, существуют какие-то расчеты, вот, этих, как, сколько, куда подключать, на какой стабилизатор. Ну вот, реально вам рассказываю, вот, 2-киловаттный стабилизатор вот этого вот, этой марки Ресанта. Вот она. Вот. Производство Китай. Тянет два двухкамерных холодильника совершенно спокойно и свободно. А вот на стиральную машинку его уже не хватает. А вот фирменная полторашка работает без проблем. Вот так вот, мои дорогие друзья. Вот с чем я реально столкнулся в реальной жизни. Хотел
его приобретая, думаю, еще лучше он у меня будет работать, а оказалось, что работает еще хуже. Реально он то, что в нем написано, до 2 киловатта. Вот посмотрите на нем. Он абсолютно не выдает то, что выдает 1,5-киловаттный фирменный настоящий прибалтийский ресант. Ну вот, мои дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго, удачи. С вами был ваш Лёва Иванов.